что ты начал говорить? Одесса, она как вот многослойный пирог. Ее история – это вот разные совершенно начинки. Ну, это был же третий город в империи на начало 20 века. Город строили вот так. Другое дело, что из этого получилось в историческом плане. Вот это, так сказать, одесская история, да, которая вообще-то трагична. Или это совокупный вклад вот это всего, всей истории по уничтожению Одессы самой. Когда идеология заступает историю, это кончается плохо. Всегда.